доброго отреца, колеса крутятся, квала мутится, все нормально. Кардан из двух карданов от Алтезы изготовит. Начинаем утреннюю разминочку. Так, есть две новости. Я проехал прогревочную попытку, но не две, а одну. В первой попытке кардан, который мы вчера варили, спасибо Свашику, токарю, хорошему человеку, котохозяину, песохозяину. Кардан действительно не бьет, он не сломался, но на втором заезде кардан тоже не сломался. На втором заезде, сейчас я попробую вам продемонстрировать. У нас вакуум 0 почему-то. Там, вот. Похоже, вакуум 0. Вот, и это проблема. Соси! Соси! Вакуум около нуля. А заключение экспертной комиссии в составе Ринатыча, Михаила, Серго. Что? Свечки все нормально, они на месте. Короче, в третьем цилиндре. Очко. Ну не очко, в смысле. Дыр очко. И из-за этого нет вакуум. И я предлагаю, может быть, как-то заткнуть этот цилиндр и ехать на 5. Я думаю, что надо тряпку нести и туда засунуть. Так, ребята. Фиолетовый стоит или розовый какой-то цвет. Так вроде ничего смотрится. Ну, цвет, конечно, на любителя. Фиолетово-розовый.